Музыкальное приношение учителю. Под таким названием в Самарской филармонии прошел концерт для учителей школ искусств Самары. На сцене именитые ученики и юные дарования. Подробности расскажет Галина Топилина. Артем Третьяков 2 года назад окончил Санкт-Петербургскую консерваторию по классу баяна. Сейчас занимается театральной деятельностью, играет в оркестре. Его музыкальный путь начался в Самаре. 9-летним мальчиком он поступил в музыкальную школу №2. Именно здесь, по словам Артема, у него зародились особые отношения с музыкой. И в этом большая заслуга учителя. Захотелось заниматься музыкой, даже не знал, какой инструмент выбрать. Но как-то случайно пошел на баян, очень сильно увлекся и дальше уже понеслась. Самое главное, что мне Галина Ивановна привела любовь к музыке, это самое главное. И дальше уже начались концерты, конкурсы, интересный репертуар. Потом уже поступил в училище. Евгений Алексеевич очень много чего научил и по музыке, и по жизни. Встреча Артема со своими первыми проводниками в мир музыки состоялась в фойе филармонии перед началом концерта, посвященного Дню Учителя. Это традиционное место встреч педагогов со своими выпускниками. Кто-то приезжает из других городов. Все ради того, чтобы еще раз сказать спасибо своему учителю. Педагоги тоже с большой радостью и гордостью делятся своими воспоминаниями. Большое будущее мы увидели, честно говоря, но не говорили ему об этом. С самого начала мы поняли, что этот ребенок будет играть на баяне. Самое главное, вот что я горжусь, мы влюбили в него этот инструмент. Всю жизнь трудился очень много, очень много. Во втором классе трудно определились, пойдет что-нибудь, нет. Но когда я давал ему программу в 2-3 раза больше, чем положено нормальному ученику, он выполнял, я понял, что это наш человек. Все, через труд к звездам. После трогательных встреч и разговоров в фойе филармонии собравшиеся переместились в зрительный зал. Ученики за кулисы, учителя заняли места в партере. Со сцены всех собравшихся в зале с Днем Учителя поздравил председатель городской думы Алексей Дегтев. От всей души, от всех депутатов хочу поблагодарить вас за вашу любовь к профессии, за то, что вы живете своей профессией. Поблагодарить за титанический труд, поблагодарить за то, что, несмотря на любые трудности, вы идете к победам, к творчеству вместе с своими воспитанниками. А результаты у нас в Самаре таковы, что есть кем и чем гордиться. Концертную программу продолжили творческие номера самарских музыкантов и личные поздравления от исполнителей своим учителям. Галина Топилина, Григорий Плешаков. События.